Я была 3 дня на семинаре. «Дочери царя» называется семинар. Одной австралийки верующей 4 года назад Бог сказал слово переехать в Хорватию и начать служение для женщин. Вот, и добрались они, первый раз они проводили в Болгарии. Меня сестры попросили поделиться. Я сначала сказала: нет, я хочу, чтобы каждая сестра туда попала. Потом подумала, что я не буду рассказывать, что там было, но действительно я поделюсь тем, что я получила после этого семинара. Давай, давай. Ну что, приехали мы туда с Люсей Балабановой, они тоже с супругом. Мы когда-то позвонили, когда она провела у нас семинар, кто был на семинар на 8 марта, она делилась своей историей, как Бог ее вел. И мы позвонили на БХТВ, Благовесту Белеву, и говорим: есть очень интересная история, вам нужно обязательно ее снять на телевидение. И он их пригласил на передачу. И когда мы приехали с Люси на семинар, к нам все подходили, ну, к ней и ко мне подходили, и говорили: о, мы вас смотрим, о, мы вас видели на передаче. Я говорю, я думаю, когда меня смотрят, я вообще сюда не выхожу уже, наверное, полгода, ну, там, объявление сделать. И знаете, первый день я смущалась, второй день смущалась. А на третий день, последний, к нам подошла одна сестра, и она говорит: ой, я слышала там ваше свидетельство и услышала русский акцент, и сказала: я обязательно к вам подойду. И спрашивает нас: а вы кто, откуда? И мы на нее смотрим: ты что, нас не знаешь, что ли? Она говорит: нет, мы же звезды БХТВ. Она говорит: да, ну ты даешь. Сразу видно, не смотришь болгарское христианское телевидение. Мы там звезды. В общем, на третий день мы поверили в том, что мы звезды. Звезды Иисуса Христа, конечно. Вот. Ну, я весь семинар сидела с телефоном, потому что здесь есть возможность делать пометки. И в конце, в последний день, я написала, у меня была заметка, что я получила от семинара. То есть я всегда такие вещи делаю, и там я записываю, что я для себя получила и что я буду реализовывать в жизни. Потому что, знаете, буквально, наверное, 2-3 недели назад мы слышали такую историю. Одна сестра рассказывает, ее не из нашей церкви. Ее сын приходит и говорит: ой, у нас было такое молодежное служение, такое слово хорошее, такое сильное было. А мама спрашивает: а что там было, что говорили-то? Я не помню, мама, что говорили, но сильно так было. Вот мы тоже иногда верующие, мы придем, мы тут, ах, прославление, слово получим, вышли через 2 дня, а что было? Что было, не помню, но сильно было. Поэтому вот, знаете, Бог все так облегчил нам. Нам даже раньше мы носили тетрадки и бумажки. Теперь у нас все можно делать в телефоне. Что я получаю, что я беру для себя и что я буду выполнять. Вот. Но я вам не буду говорить о том, что я буду делать. Это лично между мной и Богом. Но я поделюсь одной мыслью, которую я получила, и Бог стал ее развивать, и она превратилась в такое вот коротенькое слово. Вы читали, я думаю, что все читали «Песня песней», 5 глава. Я не буду сейчас тратить на это время. Давайте это будет первое домашнее задание. У кого есть телефоны, достаньте, пометьте себе. Первое домашнее задание – это «Песня песней», прочитать 5 главу. Помните, как она начинается? Она начинается так, что невеста лежит вечер, поздно, ночь, она лежит в кровати, и возлюбленный постучался к ней, и она не захотела вставать. Помните, да, это место? Да, чтобы ноги не испачкать, она легко уже устроилась, там укрылась одеялком. Вот, он в скважину проговорил, невеста там: ты где? Позвал ее, она не захотела, а потом вдруг сердце у нее ёкнуло, и она все-таки, ну, встала, неудобства некоторые испытала, открыла дверь, а жениха уже нет. Помните, да, это место? Опоздала. Она пошла, оделась, пошла искать его,
Что случилось? Не нашла стражи, которые охраняли город, побили, раздели, унизили ее. Но она не остановилась. Она пошла искать жениха. А потом у нее встретила там подружек, и они спрашивают у нее: «А чем жених твой хорош?» Помните, да, это место Писания? И она стала говорить: «Жених мой», и прочитайте в 5 главе Песни Песней. И она описывает о нашем Господе с вами. Да. Да, и полглавы она описывает своего Иисуса. Знаете, я увидела, что есть три категории верующих. Невеста – это же уже, это мы церковь, да? Есть три категории верующих, я увидела. Первые – это которые получили спасение, они узнали лично своего жениха. Они лежат, он им сделал все уже. Они лежат на кровати, на царственном ложе. Все вокруг них уже есть. Мира течет, мира не дешевая, да? Уже они уже в помазании Духа Святого, Дух Святой их утешил. Все у них есть уже, и сила, и снаряжение. Но когда приходит Иисус, слишком удобно, не хочется вставать. Уже все есть у меня. Но все-таки, когда слышит голос, но это те, которые слышат голос, услышала голос Иисуса, и все-таки что-то ёкнуло, да, и пошла за Ним. Аллилуйя, двигаемся дальше. Она начинает искать, она начинает двигаться. Знаете, мы в христианской жизни постоянно, наше призвание – это искать, двигаться за Иисусом, что Он хочет. Потом она напоролась на стражу. Смотрите, стража города, они же функцию хорошую выполняют, да? Они же охраняют город от захватчиков. Но они обидели ее, сняли покрывало с нее. Но она не остановилась, да? Побежала дальше. И когда она встретила подруг и спросила, что хорошего у тебя, что хорошего, что особенного в твоем женихе, она бы могла им сказать: «Вы знаете, что сейчас было со мной? Меня так обидели, меня так изранили, меня так унизили, я такой стыд переживаю». И вот эта вторая есть часть христиан, которая вот сидит и копается в своей боли. Я сама несколько лет застревала в этом. Сидишь и копаешься. И копаешься, и копаешься, и копаешься. Иисус уже говорит: давай уже выходи, я тебя уже снарядил для битвы, ты уже можешь побеждать, ты уже победитель, ты уже, а мы сидим и копаемся в своей боли, в своих обидах. Обижать будут всегда. Мы когда начинали служение, знаете, говорили, верующие говорили: пастыря кушают за наш счет, живут за наш счет, на машинах катаются за наш счет. Мы работаем, за счет церкви не живем, говорят, у них только бизнес в голове, они только думают о том, чтобы зарабатывать. Знаете, в какой-то момент я просто сказала Господу: «Господи, я так устала, подстраиваться, чтобы угодить тем. Знаете, мы призваны угождать только Господу. Не будет никогда, чтобы все говорили: «Ой, ты молодец, ты классный, ты правильно идешь». Смотрите, что делает. У нас всегда должен быть щит веры. Ну, слушайте, ну я пропустила, да, не была готова. Ну, поранили меня, ну не было у меня щита веры, да. Не вооружилась я. Вышла, вот открылась, бам, стрела попала. Ну что теперь, обвинять кого-то, что ли? Пропустила, покайся, найди брата, сестру, поплачься. И следующий шаг какой? И устремляемся на Иисуса.
невеста что говорит подружкам? Мой возлюбленный, она не говорит, что меня сейчас там. Мой возлюбленный, он какой? Все Писание говорит о том, какой возлюбленный. Он заплатил за твой стыд, он смыл с тебя этот стыд, смыл вину, исцелил, снял боль, все сделал. Аминь? Аминь? Не будем сидеть. В обидах не будем сидеть. Раны ковырять не будем. Тебя бросили, тебя оставили, тебе там обидели, оскорбили. Все, забыли, пошли дальше, потому что написано, какой Господь. Наша задача – устремлять взор на Господа. Аминь. У меня у самой, знаете, был такой момент, когда несколько лет назад это было, и Людмила, я думала, она здесь будет, она с детьми пошла, она видела сон. Она видела сон, что нашла меня в комнате, и я сижу, вся руки покусанные у меня, и я вся в крови, истекаю кровью. И ей Бог сказал, я не помню точно, что он ей сказал, но он ей сказал: ты здесь для того, чтобы ее поддержать. Ну, я точно не помню там полностью. Бог не оставит никогда. Он всегда отдаст человека. Но главное не зацикливаться на душевном, а перейти на духовный. Когда мы утешаем кого-то, кого-то обидели, кого-то не зацикливаемся на душевном, аминь, мы переходим дальше. Потому что мы, если мы на этом зациклимся, мы не достигнем Иисуса Христа, и мы не достигнем Его предназначения. Пока мы копаемся со своей болью, мы не войдем в Его предназначение. А какое Его предназначение? Давайте прочитаем. В Луки написано 4 глава, 18-19 стих. Оксаночка, откроешь, да? А давайте отсюда, то я пока открою. Дух Господь, это помните место из Писания? Это когда Иисус Христос пришел в синагогу, да? И Он сказал, Он прочитал это место Писания и сказал: исполнилось ныне. И Его выгнали из синагоги. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим. Нагорную проповедь, да, прочитаем, чтобы знать, о чем речь идет. «И послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Это все, вот это относится к каждому из нас. Аминь. Аминь. Это то, что Иисус сказал когда-то. Это все сегодня относится и к нам. Давайте мы вернемся, Оксанчик, можно на 18 стих? Давайте прочитаем и это еще раз и в отношении меня, хорошо? Давайте вместе, 3-4. «Дух Господень на мне» и относите к себе, да? «Ибо Он помазал меня благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Аминь. О, Александр Жданович выделил уже. У меня я уже увидела, что он у себя в приложении это выделил. Слава Господу. Аллилуйя. Знаете, что я еще получила? Мы пришли сюда, на это место, чтобы цепи рабства порвать. Аминь. В первую очередь в своей жизни. Знаете, я еще что получила там? Что мы много говорим негативного о Болгарии. Ну, здесь вообще принято, да, негативно. Но это рабское мышление. И знаете, пока мы это не искореним в себе,
Бог нас поставил. Представьте, народ, который 500 лет находился в рабстве. И еще потом коммунизм. Представляете? Нам легче. И Бог дал нам здесь эту ответственность и это право, чтобы мы помогли освободиться от мышления рабского. И знаете, нам Бог, с нас Бог больше спросит. Аминь. И на чем мы будем зациклены? Лежать в удобной кровати, копаться со своей болью или выходить, проповедовать лето Господне благоприятное. И знаете, что я спустя некоторое время, когда мы переехали в Болгарию, в Казахстане легче молиться. В Южной Корее еще легче молиться, там другая атмосфера. Здесь труднее молиться. Такое ощущение, знаете, несколько лет мы такие, о, природа классная, аллилуйя, аллилуйя. А потом мы ощущаем, мы пропустили вот этот момент прорыва. Тяжелее и тяжелее молиться. Нельзя останавливаться, надо двигаться. И Бог на нас, на нашу церковь, дает двойную ответственность. Ребята, мы не были в рабстве. Мы знаем, что такое свобода. И каждый верующий, приходя к Господу, знает, что такое свобода. И церковь не должна быть порабощена. Верующие должны быть свободными. И знаете, я хотела предложить вам помолиться, попросила группу прославления спеть. Я сейчас, Людмила, про тебя говорила, про твой сон рассказывала. И слава Богу, что Бог в нужное время, наверное, самое трудное для меня время, Он прислал Людмилу, и Он никогда не оставит. Давайте мы помолимся, прославители будут играть. Если в вашем сердце есть какая-то обида, есть какая-то боль, сейчас есть время отдать это Господу. Господь, я прошу Тебя за каждого, который здесь находится. Господь, мы отдаем Тебе сейчас всякие боли, обиды. Если кого-то обидел противоположный пол, Господи, пожалуйста, не дай таить обиду на противоположного пол. Если кого-то обидели в церкви, Господи, я прошу Тебя, дай силы отпустить, забыть, дай силы двигаться дальше, не зацикливаться на этом. Господь, если кто-то не может простить кого-то, сила наша в Тебе, Боже, но мы не можем двигаться, если мы не отпустим боль, обиды, разочарования. Дай нам смотреть на Тебя. Дай нам смотреть на Твои, Господи, на Твои действия. Дай нам смотреть на Тебя, как на победителя. Написано, что Иисус, Он победитель. Аллилуйя! Скажи, Он победитель. Победитель. Он победитель. Аллилуйя! 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 Аллилуйя, Господь! Мы расстаемся с болью. Мы расстаемся с теми вещами, за которые мы цеплялись, но которые не приносят свободу. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа мы провозглашаем свободу в свою жизнь. Мы говорим, что цепи рабства не падут. Иисус пришел для того, чтобы освободить. Он дает свободу. Он дает свободу в нашу жизнь. Он дает свободу. Он дает свободу в нашей церкви. Он дает свободу в этом городе. Он дает свободу в этой стране. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Оу! И ты смело сейчас можешь прославлять Его. Аллилуйя! Получай свободу в духе. Получай свободу в теле. Получай свободу в сердце своем. Аллилуйя! И не смотри на того, кто слева, справа, впереди, сзади тебя. Ты, Господь, смотри на Господа, потому что Он прекрасен,
потому что Он чудесен, потому что Он здесь для того, чтобы поднимать тебя. Ходи в Его предназначение, спроси: Господь, кто я, где я, куда мне двигаться, и Он поведет за тебя, Он поведет. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Аллилуйя! И мы будем сейчас провозглашать, что цепи рабства освобождены. Аллилуйя! Иисус победил! Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Давайте встанем, прославим Его! Сила! Цепи разбить, цепи разбить, цепи разбить.
чтобы побеждать, чтобы побеждать. Эй, у нас есть сила, у нас есть сила, у нас есть слава. Скажи, чтобы побеждать, чтобы побеждать, чтобы побеждать, чтобы побеждать. Спасибо тебе за то, что ты даешь нам эту силу, Господь, двигаться вперед, только вперед. Аминь. Мы будем искать нашего возлюбленного. Церковь будет двигаться за ним. Аллилуйя, ты даешь нам эту силу, ты даешь нам эту власть, ты даешь нам эту легкость. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя, слава Богу, аллилуйя, слава тебе, Господь. Спасибо тебе. Аллилуйя! Аллилуйя! Я хочу поблагодарить Господа за Людмилу, потому что, знаете, в моей немощи, в моей трудной ситуации Он просто привел ее и во сне ей сказал. И я хочу, Людмила, поблагодарить тебя. Слава Богу! Я хочу поблагодарить за каждую сестру и за каждого брата, который дает Господь. И Бог сказал, Он не оставит. И Он не покинет. Аминь.